Рецепты народной медицины. Полезные и лечебные свойства клубники. Полезные и лечебные свойства клубники издревле использовались в народной медицине для профилактики и лечения многих недугов. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, при нарушениях солевого обмена. Соком ягод лечат экзему, мелкие раны. Клубника утоляет жажду, возбуждает аппетит. Полезные лечебные свойства клубники делают ее незаменимой в диетическом и детском питании. Диетологи считают клубнику просто бесценной ягодой для снижения веса. Ведь в 100 граммах этой вкуснятины содержится всего 26 килокалорий. Для сравнения, в 100 граммах торта 500 килокалорий, а в мороженом 200 килокалорий. В рацион больных сахарным диабетом включают ягоды клубники, так как они способствуют понижению сахара в крови. Наличие в ягодах П-активных веществ, пектинов и фолиевой кислоты способствует удалению из организма радиоактивных веществ, очищению и обновлению крови. Употребление клубничного сока повышает иммунитет, предотвращает развитие онкологии, проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, а также возрастных болезнях мозга. Ягоды лучше употреблять со сметаной или сливками через 20-30 минут после еды. Кроме того, клубника питает нервные клетки и оказывает положительное действие на сексуальное влечение, снимает боль в суставах, нормализует функцию щитовидной железы. Клубника содержит столько витамина С, что 6 ягод достаточно, чтобы покрыть дневную норму. Помимо витамина С, в клубнике много витаминов А и Е, природных антиоксидантов, которые не только предохраняют от рака, но и спасают наше лицо от первых морщин, волосы от выпадения, губы от шелушения, внутренние органы от первых признаков старения. Благодаря витаминам ПП и В, клубника считается ягодой антидепрессантом. Она способна поднять настроение и отогнать тоску. Витамины ПП, никотиновая кислота, содержащаяся в клубнике, прекрасно справляется с бессонницей, раздражительностью, синдромом хронической усталости. Витамины группы В в трудные минуты поддержат в порядке ваши нервы. Клубника – диетический продукт. В народной медицине большое внимание уделяется не только плодам клубники, но и ее листьям и корням. Для лечебных целей используют высушенные листья растения. Собирать их лучше в августе или сентябре, когда период плодоношения подошел к концу. Сушат листья в тени, затем убирают в стеклянные банки, горлышко которых закрывают бумагой или в холщовые мешки. Перед переменением высушенные листья разламывают на 2-4 части. Для лечения в народной медицине используют чай и настой. Заваривать листья клубники лучше всего в фарфоровом заварочном чайнике. На 1 стакан кипятка кладется примерно 2 крупных листа. Настаивается 5-10 минут, принимается с медом или сахаром 2-3 раза в день. Чай из листьев клубники богат витамином С, обладает мягким патагонным и мочегонным эффектом, способствует снижению артериального давления. Побольше ешьте клубники и не болейте. Будьте здоровы!